В Люберцах прошла акция «Георгиевская ленточка». В течение нескольких часов в оживленном месте возле Люберецкого ДК волонтеры раздавали всем желающим символы Великой Победы. Марфе Николаевне 96 лет. Прослужила старшим лейтенантом медицинской службы больше 5 лет. В армию пришла совсем юной. Это решение приняла добровольно. Я никогда страха не болела, не ощущала. Не боялась ничего. Отвага, непоколебимая вера в победу и желание жить, несмотря ни на что, помогли ветеранам в те страшные годы. Сейчас их подвиг вспоминают с благодарностью и уважением. Мы всегда, и сейчас с ребенком, и раньше всегда ходим 9 мая, кладем цветы у памятника. Акция «Георгиевская ленточка» прошла в преддверии праздника Победы в Люберцах. Ее цель – почтить память воинов Великой Отечественной войны. Это большая память и честь вообще, не только отдавать в День Победы дань нашим уважаемым ветеранам, но и, конечно, осознавать то, что благодаря вот их подвигу такому героическому, сейчас мы с хорошей погодой, с хорошим настроением вспоминаем их и чествуем День Победы. Подвиг тех, кто сражался за родину, помнит и молодое поколение. Каждый год школьники и студенты с гордостью и радостью проводят акции, приуроченные к великому празднику. Никита Остроумов участвует в них постоянно. Безусловно, когда я вижу ветеранов, у меня возникает безусловное огромное чувство гордости за наш народ, за наше родину, за все, что они сделали. Потому что действительно очень великий праздник, который дался нашей стране очень нелегким путем. Сами виновники торжества, несмотря на боль и страшные воспоминания, этот праздник отметили весело и задорно. С тобой, как ты, не встретился и думать не додумался, что встречу я тебя. То, что пережили участники Великой Отечественной войны, представить невозможно. И 9 мая для них – самый главный праздник в году. Хотя все было осуждено, кушать было нечего, но мы все были довольны, что мы свободны. Так что для меня этот праздник несравнимый. И День Победы я люблю петь. День Победы, конечно, это большой праздник для всех. Мы были очень... Я вот помню, как нам объявили победу, как мы, дети, радовались этому. Понимаете, что все эти страхи кончились. Георгиевская ленточка – святой символ Великой Победы. Они раздаются бесплатно. Если к вам подойдут на улице и предложат их купить, будьте осторожны. Это мошенники. Мария Лапычева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.